Всем привет, говорит и показывает Москва. Сегодня очередной анбоксинг видео. Пришла у него такая посылочка от продавца из России, из славного города Воронеж. Продавца зовут Роман, отличный продавец, слэш коллекционер, слэш той детектив. Всем Романа рекомендую. Вот, уже не первый с ним сделку провел, все на высшем уровне. Да, и причем перед самой отправкой предложил мне товар аналогичный, но лучшего качества, прям вот именно с целью пополнения моей коллекции полнокомплектным экземпляром. Поэтому, Роман, большое спасибо. Так, ну давайте попробуем открыть на камеру. Так. Если кто с Романом знаком, то, скорее всего, знаете, какие здесь фигурки приехали. Так. Открываем. Зацените, как все хорошо упаковано. Все на высшем уровне. Так, став. Что еще есть? Еще став. Ну ладно, уже все видят, что там внутри. А внутри у нас опять фигурки хищников. Потому что я практически уже закончил свою коллекцию. Остаются редкие и достаточно дорогие экземпляры. Так, это все упаковочка. Так, вот так. И вот отдельный наборчик аксессуаров. Так, и здесь еще. Пушечек, видать. Отлично. Так, ну давайте попробуем все это дело развернуть. Воспользуемся ножницами. Кто коллекционер опытный, уже, наверное, догадался, какие здесь фигурки. Конкретно. Из вселенной хищников. По одним аксессуарам уже понятно. Так. Смотрите, как все качественно упаковано. До этого я только ссылку похожую получал от Казбека. Там тоже так все очень сложно скрыть. Но зато, как говорится, фигурка не пострадала. Так, ну все видят, что это уже Jungle Hunter. Ой, City Hunter. Так, но не простой. А City Hunter с противогазом его называют. То есть это Double Pack. То есть раз эксклюзив. В России никогда не продавался. То есть это надо либо искать за рубежом, либо покупать проверенных людей здесь, в России. Так, все должно быть в полном комплекте. Руки нет, но, скорее всего, она в аксессуарах. Поэтому сейчас все посмотрим. Ну, а здесь, соответственно, да, это двойной пак, два Battle Damage. Один City Hunter, хищник, а второй Jungle Hunter со скрытой пастью. В отличие, так, там была версия с открытой пастью в первой серии, но была ограниченная артикуляция. А в данном случае артикуляция уже должна быть нормальная, с двойными шарнирами в коленях и в бедре болт-джойнты должны быть. Вроде как. Да. Упаковочку берем, посмотрим поближе. Да. Jungle Hunter. Здесь вот примечательно покрашен у него лоб, верх головы. Очень много краски, раскрытая пасть. Оригинальная фигурка.
Вот он как покрашен на ладони. Тыльная сторона кисти. Неповрежденное лезвие. Очень хрупкое вот это место. Будьте внимательны, когда упаковываете такие игрушки. На некоторых экземплярах очень хорошее лезвие, прочное, но вот, в частности, у этого варианта они очень хрупкие. Если вытаскиваете, то где-то вот за это вот место держитесь. Если не идет, лучше не тяните, сразу сломайте. Так, так вот, стопы сверху качественно покрашены. Здесь копирайт экский. Так, вот такой вот джангл, отлично. Смотрим, что у нас по аксессуарам. А по аксессуарам, аксессуарам у нас оторванная рука Сити. Так, что еще? Должно быть два черепа в этом наборе. Мы с Романом, можно сказать, небольшой обмен сделали. Я ему набор этих черепов прислал. А он мне подогнал прикольный сет. Тоже с этими черепками. Потому что я собираю full collection. И когда-нибудь у меня тоже будет полный набор. Два таких черепка. Точнее, вот, вот. Так, это спереди, сбоку. Сбоку. Черепки подделались, поэтому тоже смотрите, как должны выглядеть оригиналы. Вот. Ну и стандартный плазмокастер я уже не буду распаковывать. Это для Jungle Hunter, соответственно. Вот такие вот две клевые фигурки из эксклюзивного пака, дабл пака. Кто не успел в свое время прикупить, грядет отличная возможность. Соответственно, City Hunter Ultimate будет переиздан. Нека, Battle Damage, следующая функция оторванная рука. Там будут тоже весь забрызганы кровью. Так что же будет возможность себе такую фигурку в коллекцию получить. Потому что этот достаточно редкий. И стоит приличных денег уже, конечно. Ну а хищник с открытой пастью, недавно 30-летнее переиздание было, фактически это эта же фигурка с дополнительным хинджем в груди. Кому это нравится. Мне это не особо нравится, поэтому вот этот вариант самый лучший хищник с открытой пастью, на мой взгляд. Мне он больше нравится. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.